pick. Elder Titan. Radiant Chantis. Team pick. Weaver. Navi's turn to pick. Ну что ж, доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз с вами по-прежнему Каспер и Годхант. Я сначала выгнал Годханта со своего стрима, он мне надоел, потом принял его в семью обратно. Соскучился за 3 да, минуты. Да, соскучился. Очередная игра сегодняшнего дня, это игра под номером 4, уже это 11-й день вроде бы стар серии, Нави против Аспера. Что тут можно еще лишнего сказать, я даже не знаю. Шарфик и его товарищи стендыны. Ну, на самом деле, там Лаки Топор уже не первую тоже игру катают за Шарфа. Так что практически полноценные члены коллектива. Хотя у Шарфа никто не может являться полноценным членом коллектива. У всех есть шанс быть добритыми, да, кроме Шарфа, естественно. Прямо как у Вавана и ТР. Ну, ладно. Elder Titan Visage у Нави. Нави, естественно, своим полным составом, без замен каких-либо. Аспера, Enchantress, Вивер. Естественно, со стендинами без основного состава, собственно говоря. Нам табличку, наверное, можно показать. Я не знаю, да, если нам сейчас покажут табличку турнирную, можно посмотреть как раз, как команды распределились по нашему турниру. Ты мне можешь сам табличку показать, если что. Это проблематично. Это слишком сложно для тебя? Слишком. Так, сверху там есть кнопка. Короче, вот ты она. Такой вообще слоупок. Пока стрим запустил, потом пока... Короче, ладно, нам уже запускал. Вот и стримчик успел включить так таблицу. Я... Все, молчи лучше. Нави, 2-1-1. Ну, да. Нормально, одна игра, одна победа, одно поражение. Причем победа против RFC, которые вылетели. Следовательно, команда Аспера, вон они слева внизу, 4-5. У них статистика, разница по играм -1. Это не самый лучший, конечно, показатель, но и не самый худший. То есть парни стараются, потеют, там, показывают бест доту. Без доту? Да. Лайфстиллер, да, с первым четвертым пиком. О, там у Нави есть уже Висп. Висп, Визейдж, Элдер Титан. Интересно, под кого пойдет Висп? В смысле, под кого? Ну, кто пойдет под Висп? Под Хаос Найта, конечно же. Что за вопрос? У хвоста просто... О, нет, Висп, Рики в миде. Это будут Висп, Рики в миде. Это будет Альянс Стайл? Но why not? Спойлеры. Спойлеры. Кто-то еще не досмотрел. Ну, или вообще не смотрел на данный момент. Тоже такое бывает. Мы всех отослали на 4-й канал, а сами продолжили стримить здесь. Вот ты, такие мы, кстати, крысы, слушай. Ну это все ты виноват. Я же тебе говорю, ты такой, что ты сегодня вообще. Какой? Я пришел, типа, включил компьютер. Он включается. А вот сейчас, например, объясни, что тебе мешало быстро включить турнирную таблицу. Так я не знал, где она. Вот я о чем. Я начал собирать информацию, медленно читать. Чат. Ладно, чат, да? Наверное, вот здесь она где-то. Ну. Ты видишь, типа, даже если я очень хочу ее включать, не включаю. Потому что она не там. Какая разница, почему кнопка не работает? Потому что она упоротая, так, ну так же, как и ты. Вот. Да ладно! Ты мог сказать мне, чувак, нажми кнопку Лига. Нет, не мог. Я думал, ты и так знаешь. Нет. Погоди, сколько сезонов? Ты комментил всякие Shadow Company, Point Blank. Сейчас пропадаешь, Каспер, подожди, тебя не слышно. Вот сейчас получше стало, когда замолчал. Я о чем говорю, что тип комментит уже сезонов 8, наверное, Star Ladder и не знает, где находится, собственно, турнирная таблица. Это Годхан, друзья, приветствуем его. Не надо аплодисментов. Да-да-да. Более приземленный. Так, ладно. Команда Аспера. Лайфстиллер, Рубик, Вивер, Enchantress. Не хватает, возможно, мид-героя, если Вивер пойдет в хардлайн. Да. Если, конечно, он пойдет в хардлайн. Ну, мне интересно, кто отправится в мид против Виспа с Рики, потому что это в любом случае неприятно. Любому герою будет неприятно. Девауэр, глядишь, мог бы отстоять, но он в бане.
Угу. Это Виндрейнджер. И, возможно, Виндрейнджер пойдет как раз-таки в мид. Ну да, через Виндран ей как-то поприятнее стоять против этой связки. Да-да-да, согласен. Хакер там вызывает бомбалейлу в чате. Теперь осталась изикатка против новей. Угу. Сейчас если сабскрайберс отключить, такие чаны на него польются просто. От глоров. Ну, конечно, польются. Они всегда льются. Даже когда все молчат, они все равно льются. Так, давайте. Нави это будет. Будет. Это будет. Это будет. Будет, ну Нави это... Давай, 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 подводи. У нас еще полторы минуты надо чем-то идти забрать. Да, ну пока что Пупеха немного призадумался. Мне хочется посмотреть на игру Рикимару. Ну, наверное, хвост будет на Рикимару, я подозреваю. Как ваша проницательность поражает мое воображение. Как там... Не сударь, мы поражены вашей неудачей, а наоборот, надо что-то типа, сударь, вы сегодня на высоте. Да-да-да, вот что-то из этого разряда. Ну и лица, пожалуйста, поменяйте в этой картинке, потому что те мне не нравятся. Они ассоциируются с плохими вещами сразу же, да. Согласен. 40 секунд у Навей осталось, чтобы взять. То есть ты вот всем тем, кто говорит, что Нави не склоняется, именно так, у Навей. Вей. Дэнни. Будет играть у нас маки. Ну, скорее всего, тогда хвост будет просто фармить. Там виз где-то будет хоботить себе уровень, а потом они будут летать их убивать. Такое мы тоже видели. Такое тоже возможно. И, скорее всего, так будет сейчас. Поехали. Один топор. Как у тебя, прям ник. Я еще в прошлый раз заметил эти 3R. Может быть, там вот это написано арабскими символами «Каспер, умри», я не знаю, но... Не, кстати... Но там сердечко в конце. Но, может быть, это как раз... «Каспер, умри». И сердечко, да. Типа... Вот так. Или «Я вырву твое сердце», вот что-то в этом духе. Топтал твое сердце. Ну, я не знаю. 10 seconds remaining. Такс. 10 seconds remaining. Да, хвост еще не может никак отважиться взять себе Рикимару. Все еще не верит, что ему дали поиграть на этом чудесном герое. Представляешь, как вы сейчас все нубопаберы, которые только на Рикимару умеют играть. Такие... Да вот же, дошло до хвоста, что да, типа, блин, а мне говорят, что я нуб и лох, что я играю на Рикимару, если хвост играет. Хвост и так, нуб, и рак, и все остальное. То есть... Теперь знаешь, типа просто, да ты упырь пикнул Рики, смотри Нави. Да-да-да, там ссылку на реплей, там еще что-то. Друзья, не пикайте Рики в пабах, я вас умоляю. Если только против вас уже не взяли Траксу. Да, только, да, только да. В отместку Траксе можно. Вот в этом случае, да, можно, можно обязательно. Так, ну что ж, пауза у нас от Пупея. И хвоста потеряли. Хвост увидел, что ему пикнули. Он типа, я не буду на этом играть. Я не знаю, куда делся хвост, действительно. Пупей, садись, играй. Не буду. Не буду, да. Сам играй. Сам играй, Пупей. Что там у нас в чатике есть интересного? В чатике есть интересного. Офф-сабскрайбер. С ванной, с телефона. Что с ванной, с телефона? Хвост Рики с Вангвардом Гоу. С ванны, как раньше. Что? Что? Я не понимаю. Нет, кстати, Рики с Вангвардом это отличная идея. Так, где уникальный сет на Вивера? В подарок. Что за фигня? Почему у нас куча Виверов и все без уникального сета на этого не самого Вивера? Не смотрит Старлодер, ребята. Мне кажется, что за такое надо сразу ноги ломать. Да, о, хвост пришел. Же есть. Такой, я не буду на Рики играть. Вот, посмотри, у него есть шапка. У него есть Shadow Shard, посмотри, у него рарные кинжальчики на Рикимару. Ну, вот хвосту видно, по какому критерию выбирают героев. Главное, чтобы шмоточки были собраны на него. Изи шмотки, да. Погнали. Так, ну, тут у нас пока будут ломать центрики. Да, находят сразу же сентри. Минус сентри. Хвост, кстати, затарился так нормально на отъедание-то. Ну, видимо, он думает, что
будет стоять против Вивера, и Вивера будет хорошо харасить, и правильно думает, потому что ему действительно предстоит стоять против Вивера, и щиток он правильно приобрел, и я думаю, не будет лишним, если он даже его грейданет. А Рики это вообще святое дело, на самом деле. Да, потому что, типа, ловкость добавляет, 6 слотов, ну, как бы, не появляется, да, за первые, там, 15 минут. Да, и обычно даже за 20. Ну, да, и, следовательно, так, о, у меня опять, походу, в Dota TV запирает, или что? Оу! Или hey, нет? Хоп, хей, на-на-ней. Где вопросы, где ответ? А ну, сейчас еще попрошу нашего режиссера, да, включить. Байбека нет. Я проверю быстренько. Да. Я не знаю, что это за прикол. Это козни. First Blood тем временем. О, да, ну мы отлично как раз. И... Вот он, First Blood! Вот бежит, собственно, тот, кто его сделал. То есть мы настолько жесткие, что пропускаем First Blood даже. Я сейчас объясню всю ситуацию. Давай. Та сцена содержит слишком много насилия, и мы не можем вам ее показать. Звук вы слышали, все. Да, ну давай, рассказывай. Это. Или эта сцена содержала так много насилия. Так много насилия, что мы не можем. Что даже ты не можешь описать того, как много насилия было. Я могу. Я правда тоже только звук слышал. Но было все примерно так. Паник так. Ну, звук настраивал я, а почему ты ничего не видел, я не знаю. Я смотрю, как ты настраиваешь звук. Так, но зато теперь в Dota TV все нормально. Привет еще раз, друзья. Так, что у нас здесь? Здесь у нас Фанник. На Фанника сейчас выходит Инквизитор. Или выходит? Нет, должен выходить. Да, ну, шарфик на ВР-ке. Миди, конечно, против Дэнди. Интересное противостояние. Посмотрим, кто тут кого уделывает. 5-5 крипстату Дэнди, 2-0 у шарфика. Ну, я думаю, вопрос сразу же отпал. Ну, на самом деле, вопрос часто отпадает уже при вопросе, кто уделывает Дэнди или оппонент, там уже как бы все вырисовывается. Не, ну, в последнее время Дэндика много оппонентов уделывали. Скажем, несколько было таких товарищей. И... Тут шарфик, конечно, дерзит. Оп, 105 прокатилось. Да, нормально. Так, ладно, Томаш у нас тем временем, который на вивере, ке виверочке. Рикимару. Угу. Подрезал. Что, звук такой? По вене просто. Да, нормально так срезает. Так, Фаник ждал руну, руну не дождался. Руна у нас... Или дождался. Где руна? Нет, где руна? Руна, судя по всему, была внизу. Назад уже ушла. И ушла она... Судя по всему, она была внизу, и Фаник, может, ее поломал. Разбил, что ли, да. Поломал. Что, шарфик, думаю, бы забрал ее точно. Он такой не самый живой сейчас здесь. Ладно. Что тут? Тут у нас инквизитор, тут у нас топор. Шарфик агрессирует на Дэнди. Что там? А, у Дэнди, да, Дэнди неплохо так просел. Сейчас, правда, у него ботл прилетел к нему. Ну, и он, я так понимаю, да, он сейчас его пробузит сразу же. Паник. Причем Дэнди вот у нас даже нулик выложил специально, чтобы больше восстановить МП здоровье. А, он First Blood показывает. Воу-воу-воу, нанотехнологии, First Blood, смотрите на ваших экранах. И... А, ну тогда понятно, да, тут просто вот так вот кирпичом по темечку. И, в принципе, все комментарии излишние, да. Нанотехнологии, друзья, вот это уровень, это StarLadder TV. Так, у нас тут... Паника вышли, и Фаник, телекинез, кинули, клэп, сейчас будет open wound, сейчас будет много всяких замедлений. У Фаника проблемы. У Фаника серьезные проблемы, и он погибает здесь, да. Минус Фаник, второй килл-то мы успели посмотреть. А Андрей, а почему не было таблички в углу 18+, мигающий такой? И красный квадратик красный обязательно. Красный квадратик. Ты смотри, там Вивер сейчас получил подачу из бэкстеба от хвоста. А, я понял. У них нет такого понятия 18+, это все домашнее кино. Да, это просто homemade видео. Семейное. Так, тут у нас Куроки просто всех тизерирует. Вот прям и к тому привязался. Ветреный Куроку. Ветреный Куроку. Куроку легкого поведения просто. Так, руна очередная, это дабл дэмэдж. И успевает забрать Фаник дабл дэмэдж. И отправляется в мидл. А в миде у нас Пупеха. Пеха выходит, замедление. Сейчас будет Дрим... Нет, нету Дрим Скойла, естественно. Хотя... Так, шарпа гонят! Плюшка. И Фаник сейчас убьет его. Фаник. На! Нормальную плюху. Вот прям в ответку за повершот. Знаешь, прям сверху приложил. Мадмуазель. Такое ББПЕ знатное получилось. В самом прямом его проявлении. Какие выражения знает Каспер? Я еще не такой. Такой старпер еще, как кажется. Да.
Я еще не отжил свой, еще песок не сыпется пока. Еще вот годик-другой, и уже все, и... Годы уже не те будут. Хвост сломится. Да. Шерсть отваливается. Шерсть отваливается, это как. Так, у нас там Вивера убивает. Убивает Вивера, хвост вот, причем забирает просто в соло через тучку, без виспа. Поставил тучку, прыгнул на спину. Отрезал шею. Ну вот хвост, кстати, опытный Рикимару качает Blink Strike в приоритет, учитывая тот шикарнейший фикс, который сделали относительно Рикимару с недавних пор. То, что теперь он кастует невидимым. А теперь Blink Strike — это самое вообще полезное, что может быть. Просто прыгнул, убил, прыгнул, убил. Еще и кулдаун там, в конце концов, 5 всего, секунд становится, да. То есть это реально очень мощно. Так, здесь руку эту фигню. Ну, сейчас хвост опять прыгает, смотри, раз, на. Минус там 100 с чем-то дэмэджа, 90 красным, но это непосредственно. Так, шарфик. Опять погиб в миде. Опять фанник с Дэнди. Да, ну, видишь, через Астрал Спирит, через полный прокат Дэнди Мона забрали здесь шарфа. Ну и Лайфстиллера оставили пока что тет-а-тет с Пупеем. У Лайфстиллера есть Мидас. Такой вот товарищ. Так, ну и Фаник там своим спиритом. А, ждали руну. Руна появляется у нас на топе в результате. Забирает ее Вивер. Это хоста. Ну и может щемануть он под хостой Куроку здесь просто легко. Четвертый уровень всего. Да, кстати. И вот сейчас он начинает нарезать Куроку. Есть ли там жуки? Вот почему есть сразу жуки, но почему-то не повесил, да. Был бы вижен, уже бы был тьма минус армора. Просто 0. Сразу вешаешь жуков и побеждаешь в доту. Кстати, сейчас вот Томаш выйдет из инвиза, да. Но... Там хоста. Типа... Да какая разница? Ты посмотри. Вот просто какие куски от него отлетают. Это один Blink Strike. Это 50 маны. Он убедил сильно. Это реально очень мощно. Смотри, раз, прыгнул, все нормально. Да, хвост тычки не так болезненно переносит, у него 10 армора, как-никак. Ну, он, да, герой как бы на ловкость, причем ловкостью у него сейчас дофига. На самом деле, у него ПТ на Агилу включено, у него там стики дают 3 ловкости, у него вот Пурмен Шилд как раз, что мы рассказывали, Грейджиный. Ловкость у него реально дофига. У него сейчас 48 плюс 17. Сейчас это... скоро может появиться Blade of Alacrity. Да, там какой-то Blade of Alacrity будет. Он же вообще начнет просто аннигилировать всех. Там в миде опять ловят шарфа, и опять шарф умирает. Теперь уже Дэнди с Пупеем его убили. Это уже 0-3 у шарфика. Чередуются ребята, кто там. Кто на шарфика? Я, у меня еще нет. Нет плюс один на шарфа, да. Нет плюс один на шарфа. Может, у Дэндика есть ачивка убить шарфика в пати, да. Нет, в пати там с каждым из своих тиммейтов. Например. Сейчас ждем, когда Куроку, значит, свой уровень получает и запрыгивает. Да, 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 скорее всего, так и будет. Фаник 7 уровня, кстати, с хардлейна уже догнал топора, который хочет угробить Каспера, но любит его. Ну, тут на самом деле учитывая. Хвост приходит сюда. И у топора сейчас будут огромные проблемы. Да, есть кстати. Инфест, но... Не успеет он всему проюзать. Рейдж. Так, полез прячется. Крипа, да, залазит в рейнджового, кстати, крипа. И... Ну, рейнджовый крип там до самой вышки дойдет, если что. Нет, он дойдет до вышки по-любому, но здесь у рейнджового крипа всего 300 хп. Ну, не так-то много на икс и отхабать. Ну, там не так-то и много. Вот, смотри, лайфстиллер вылез. И... Ага, и хвост понял, что тут все не так просто. Решил сразу же уйти. Но... Сам забегает во вражеский лес. Проверяет. Минус сатир. Соточка. Халява. Плюс экспа. Так, еще и инквизитор там недалеко бегает. Кстати, хвост себе не стал... А, вот-вот-вот. У него уже есть, да, Boots of Elven Skin. Хотя я не знаю, каким... хрена вообще это ботинок и на что его одевать. Да, это... Я, у меня есть это версия, на что его надо одевать. Это банд. Бутс. А у Гэтханта банд. Да, нормально. Это лол вообще. У меня же русская дота. В русской доте все не как у людей. Что ты читаешь? Это типа... Это наколенники. У меня написано вот, эластичная обувь часто используется из-за малого веса и обличения. Эластичная обувь в такой форме у меня ассоциируется только с одной обувью. Галоши? Почти. Вот знаешь, такая безопасная эластичная обувь. А, безопасная? Безопасная эластичная обувь. Там Лаки забегает под вышку уже. Похил. По 2 гривны кусок. Ладно, я бы тебе сказал, как. Да я понял, о чем ты, но я. Оу! Еле-еле живой там был только что Кимару. На топе. Бахилы от Дюрекс, да, там, я не знаю. Ходи безопасно. Ходи безопасно. Мы за безопасное передвижение.
В них вы можете ходить на красный свет. Я не знаю, да. Но правда вам озвучат, кто вы и что вы носите. То, что вы носите непосредственно. Кипер честно держался весь вечер. Но сейчас он не выдержал. Ну, ты услышишь из форточки то, что у тебя на ногах. Это адресовано, это будет тебе лично, а не твои опыты. Так, ладно, слушай, у нас тут рисуется Виспуля, у которого есть 6-й левел, который. Вот-вот-вот, смотри, он уже с хвостом. И мигает, мол, вот туда надо залетать. И. Виспуля с хвостом, давай. И Виспуля. А им реально сейчас нужна просто вот цель, чтобы они увидели себе таргет, они сразу прыгнут. Им будет пофиг, кто это. Вот им есть таргет. Как его вообще зовут? Таргет. Виспуля с хвостом. Ты сразу мне арбуз такой представился. Да ну сейчас будет тебе арбуз. Сейчас смотри. Сейчас главное, вот опять же, спалить хоть кого-то. Просто они понимают, что за Виверном там сейчас целая команда стоит. И именно поэтому, естественно, никуда не отправляются. Так, Лайстиллер, кстати, уже с армлетом, not bad. Ну да, армлет, кстати, достаточно ранний, 10-я минута, но он тут стоит на фрифарме, его особо никто не мучил. Паник издевался там в миде над своим оппонентом. 8-й уровень, кстати, имеется Уринг и Мидас. Паник, и ты туда же. И ты, Брут. Так, смотри, Дэнди находит Лаки. Дримскойл, фамильяры, ну никуда. Ну там с дабл дэмэджем, конечно, не поспоришь. Да, еще и тролль здесь. Давай, тролля избивать. Хорошо, визаж тем временем медальку. Тут заходит, кстати, на Фаника. Фаника видит, много там людей. Тут релокейшн есть у Виспа, в любой момент подлетит и засейвит Фаника. Там он не только засейвит Фаника, да, он еще и... вреда тем, кто его хочет убить. Именно так, да. Поэтому я думаю, что это главный аргумент, который не дает сейчас команде Аспера ринуться прям под вышку. Плюс тут еще телепорт от Дендимона. Дендимон, ой-ой-ой, посмотри, там пошел релокейт, прыгает на Инквизитора. Шарфик, также тут еще шарф. Свинран. Кончается Свинран, привязочка. Дендер оставался. Какой! Какой все-таки был сайленс только что от Дэнди царский. Как он, кстати, называется? Вейнинг Рифт. Вот. Сайленс, который. Так, кстати, вернулся там Висп на родину. И Висп чуть не погиб. Прыжок от хвоста. Тучка. Подхил. Ты посмотри, что они делают с этим топором. Топор. Играет армлетом. Хвост. Хвост. Умирает. И Висп умрет тоже. Топор. Даблкил. Хорош. Ты так топишь за того, кто, возможно, хочет тебя убить. Да, топор нормально здесь отыграл. Ну, Нави недооценили Лайфстиллера. Откровенно недооценили его. И это скажем факт. Так, Нави скорее переоценили себя, потому что в теории хвост мог уйти блинком на Виспа, просто ретироваться и ничего не делать. Ну понятно, понятно, понятно. Надо же подраться, там, типа, это же не по-мужицки в конце концов. Начал драку, а потом убегать, правильно? Надо до конца воевать. Так, тут 200 золота дарит просто Пупей своему противнику. Ну и посмотрим, давайте на деньги. Денег 4000 у Нави лишних. Опыта ровно так же, графики практически идентичные. И что по вышкам? По вышкам, кстати, все товары стоят, да, поэтому это вот те самые 4000, которые в чистом фарме у нас идут. И да, вот, собственно. Вот. Будут цеплять шарфика. По сути, через Дэнди могут убить легко. Где Дэнди? Дэнди. Дэнди подходит на мид с даггером, с ПТ-щикой. Все здорово, может запрыгнуть на шарфик и поставить сайленс. Ну и понятно, что шарфик скрывается. Да, еще и птицы там подлетели с другого фланга. Отличный минус. 4.11 уже, да. Нави неплохо здесь прессуют. Еще и вышку сейчас заберут. Это будет первый тауэр в игре. Снесенный. Просто тауэр сейчас будет. Так, сайлент. Вот, отлично, отлично цепляет инквизитора. Да-да-да. Там Дэнди с рук, скорее всего, будет сейчас пытаться как-то забрать. Да, отличный минус также от Фаника. Топор грызет Крогу. Хвост его подлочил. Топор начинает грызть хвоста. Урса его подлочил. Лол, минус хвост. Нет, хвост куда-то блинк. Хвост очень-очень долго думал, как же ему блинк тут, хотя я не понимаю, почему. В результате хвост убегает. Проблема у Дэнди. Дэнди через арбу уходит, да, на свою сторону реки. И Фаник без ТП тут немного забродил. Сейчас, погоди, Фаник такой чук-чук замансил. Пацаны, тут... где ближайшие ПТУ? Нету ПТУ, увидели. Нету ПТУ, да. Чужой район. А, дабл дэмэдж, кстати, лежит внизу, Дэнди его забирает сейчас. И иду дальше воевать. Нави иду дальше драться. Ну, топора есть инфест, и мне кажется, как-то... Инфест это типа в первого? В первого, да. Запрыгнул. Вот, смотри, сайлент. Шарфик. Очень как быстро. Как же ненавидит просто. Ну, и топора тут тоже неплохо вроде сейчас цапает. Хотя, хвоста убивает, да ладно же, нет, хвост выживает.
Арбах. Еще откиливают его очень сильно. Хвост сейчас может прыгать на спину. На изи. Ставится вард. Импетусы могут залетать в хвоста. Нет, в Куроку. Куроку скончался. Но да. Куроку тут сразу просто погибает. И также хвост. Отлично. В упор к Лаки. И Лаки в таверну. Трипл килл от Дэнди. Ну, Дэнди на самом деле тут творит. 7-0-5. Появляется первый обливион став. Я так понимаю, это будет архит. Скорее всего. Не часто мы видим на пакет артефакт, но... Дэнди решил... Да, ну что, артефакт на самом деле неплохой для пака. Почему? Потому что у пака очень сильный бёрст дэмэдж. У него очень хороший проказ. Следовательно, Орхид будет хорошим добивающим, скажем, артефактом. Там паника на топе тем временем сгрызли втроем. Да, что там, доминейтинг, что ли? Господствует. Топор, нам говорят. Именно господствует. Так, Нави немного рассредоточились, что, мне кажется, может пойти им... Не на пользу. Да, не на пользу. Действительно, может боком выйти. Топ, вышка начинает падать. Топор. Но ее здесь заберут однозначно, если, конечно, не будет массы телепортов. Нет, Нави решили просто разменять сейчас тауэр на топе на тауэр внизу. Правда, на топе вышка уже упала, а внизу она еще стоит. И Дэнди ее только вот сейчас царапает. А Дэнди еще, кстати, долго царапает. Тут крипы подошли. Но ее оставляют хвосту. Хвост приходит, начинает ее карасить. Должна она ему упасть копилку. У нее есть Яша 900. Как забирает? Вышечку 1300. Да, у хвоста сейчас все очень неплохо, у него порядка 200 урона с руки, если взять в расчет пассивку, обычно бьет блинстрайка, следовательно, там, да, там нормально залетает, то есть первая подача там около 300 вываливается, даже более 300 дэмэджа, и тот же Рубик, например, будет несчастлив такому раскладу. Да, кто там будет счастлив? Так, ну вот, Дэнди прыгает, пак, хорошая арба, минус один, тут же еще залетает висп с хвостом и тактикал пауз. Пацаны, вы видели? Как со мной произошло? Сори, пишет Томаш. А, лаги говорят, но бывает такое, да. Я же забыл, кстати, посмотреть, что там Valve нового выпустили. Шапки, наверное. Шапки? Ну да. Так, ну да, и, естественно, минус шарф. У шарфа там что-то вообще статистика должна быть удручающая. 1-7 у шарфа стата. Здесь еще пытаются забрать лайки. Лайки, скорее всего, погибают здесь, несмотря на вивер хвоста. Ну, хвост просто по центрю бегает все это время. И я не понимаю, куда он там продолжает бежать. Курса за ним гонится. Нет, нет, топор забирает. Его просто инфестом забрали. Уже год лайк, действительно, топор. Дримскойла нету, спануть нечем. Ну и 1-3. А ну-ну-ну, сейчас стой, магазин. Пошел шапки свои искать. Не, мне чисто поржать. У меня даже магазин не загружается, но это как бы намек. Слишком много шапок. Да, слишком много шапок. Да, Вольва такие, что могут 100 новых сетов. Так, второй появляется уже Обливион Став у Дэндика. Он сейчас, я думаю, с нейтралов попытается дофармить. А, или ботл продаст, может, не знаю. Что-то такое, я думаю, сейчас произойдет, потому что денег на Орхид не хватает. А Дэнди уже отправляется на базу. Ну, либо же просто забьет. Ну, естественно, надо даже на базу с арбы прилететь. Знает, что мы смотрим за ним. По-любому. Пантуется. Да, продал ботл, купил орхид, и появляется у него тут еще второй свит телепорта. Следовательно, сейчас прилетит он к своим пацанам, которые уже бьют Рошана. Да, там был пауэршот проверочный, еще жуки. Жуки, кстати, вообще ни в кого не попали, потому что хвост был инвизия, птицы невосприимчивые, а панику вернулся. Винтрейнджер с дабл дэмиджем, можно вроде как-то реализовать. Хотя тут у шарфика вообще нифига нету. Ну а что бы у тебя было, если бы у тебя был счет 1-7? Разлом. Опять же, такой предохранительный. Так, что-то вообще ничем не попадают. Все вот, на да, прилетит отличный сайленс. Все будет римскойл прям под тучкой. Ой-ой, топор здесь тоже погибает. Ну и минус Годлай. Золото срубает висп. Ротейшн, залетают и будут пытаться здесь цепануть еще. Нет, одного не цепанули, вивер ушел с инвизом. Ну, минус 3, плюс Рошан. Отличный буст для Нави. А, это Дэнди был Годлайк в прошлой ситуации, точно, я что-то тупанул. Там смертоносную просто только что серию, да, сорвали с Лайстиллера. Я посмотрел, думаю, что-то там Годлайк был. Но это Дэндимон был Годлайк. Как же я мог ошибиться? Нет мне прощения! Ай-яй-яй-яй-яй. Покупаешь всем печенье. Окей. Okay. Чтобы было тебе прощение. Так, что в субботу на Корею с утра? А тут тортик
А тут тортик. И я счастлив. Губа не этот. Нет. Не этот. Не этот, да? Так, ну тут хвост уже выходит по полной программе, он понимает, что у него Аегис, что можно этим злоупотреблять. Аегис. Да, ну и чё, нормально сейчас залетел, сделал минус. Рубик топор начинает грызаться, Куроку здесь погибает, ну его сгрызут как минимум. Виспы привязывается, выхиливается немного, живет даже. Да, нормально, нормально, там все, там сейчас не добил, кстати, Виспа, с инфеста у нас лайфстиллер, и сам он погибает. Вивер сгрыз Куроку. Вивер, есть таймлапс, вернулся, ну и придется ему отсюда уходить. Так. Ну, у Куроки там, возможно, даже байбек. Есть, да, у него есть байбек. Байбек сейчас, кстати, вообще халявный. 579 там голды. Не, ну если он вдруг захочет прилететь, сейчас помочь своим товарищам. Хотя помогать им пока особо не надо. Они воюют 4 в 2. Следовательно, вышку, я думаю, они должны без проблем забирать. Да, Крипов очень быстро сносит Дэнди. И минус бараки. А под барак нет фортификации. Ну, скорее всего, барак от Лефа. Да, да, отступают Нави. Шекл неточный. Птицы. Ух, тут нормально навесил. Вот на Рубика. Ай-яй-яй-яй, не хватило буквально одной тычки. Так, ну там Дэнди, хороший дримскойл, да. Запрыгнул, хвост. Забирает козу, борозда пошла. Ой, шарфику нормально прилетело, ну и продолжает фармить барак. Так, тут Шекл, я вообще не понимаю, как этот Шекл только что не связал хвоста с Фаником. Вообще читера, читерочки. Ну ладно, линия все-таки падает, да. Это минус лайн. И краб через букву А забирает шмотку. И бит амин. Дэнди. Включает дэмэдж, уходит Сильвер Орбан, забирает здесь. Ну и прилетает сюда сразу же бит. Шарфик погибнет, да. Дэнди запрыгнул. Да, Beyond тут тотальный разрыв. Шарфик. И Нави. Минута понадобилась Нави, чтобы раскатать. И Нави спасает наше расписание, как всегда. Отставали мы очень сильно, в результате мы отстаем сейчас на плановые 15 минут, так что все нормально. Да, в любом случае, друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза, после которой мы посмотрим на Нави по ГГ вроде, правильно? Нави, да. Нави против Вована. Вот это эпик батл. Вован.